Вертолет Ми-24 ВКС Российской Федерации был сбит сегодня на границе с Азербайджаном, около села Ярасх. Вертолет был сбит вне зоны боевых действий. Министерство обороны Российской Федерации информацию подтверждает. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы. В результате попадания ракеты вертолет потерял управление, упал в горной местности рядом с селом Ярасх. Двое членов экипажа погибло, один с травмами средней тяжести эвакуирован. Проводятся работы российскими пограничниками, гражданских лиц в зону крушения не пускают. Официально Азербайджан уже принес свои извинения Российской Федерации. Посмотрим дальше на реакцию России. Владислав Звездок специально для проекта «Варгонза».